Доброго времени суток игрокам и будущим игрокам нашего сервера. Это второе видео по серверу Rolly Game в игре GTA 5. В данном видео мы с вами... Подождите, какой-то мудак там по телефону говорит. А, все, закончил, да, прошел. В этом видео мы с вами рассмотрим работу такси. Для того, чтобы устроиться на работу такси, нужно отправиться в таксопарк. Чтобы найти таксопарк, вы можете воспользоваться картой. Как вы видите, есть метка такси. Вот, я сейчас уже нахожусь в таксопарке, и мы непосредственно с вами приступим к устройству на работу, ну и попробуем поработать. Так как это идет только разработка сервера, работа таксиста находится в стадии, также в стадии разработки. Мы сейчас, конечно, за это... Да кто там говорит постоянно, блин? Мы за это, конечно, сейчас не получим с вами денег, но мы сможем посмотреть, как что работает и как вообще все происходит. Для того, чтобы устроиться, мы подходим в таксопарк. Встаем на маркер, как вы видите, нажмите Е, чтобы купить лицензию таксиста. Предположительно, цена на лицензию будет стоить в районе $200. Оплата за услуги таксиста будет происходить по принципу расстояния плюс чаевые. То есть за каждый километр, который вы проехали, будет оплата. Ну и также чаевые от клиента, то есть там, к примеру, от нуля до определенной суммы денег. Так, для того, чтобы купить лицензию, нажимаем Е. Справа мы видим оплату лицензии. Теперь вы можете работать в такси. Отлично. На данный момент у нас есть две машины в парке. Давайте сядем в эту машину. Чтобы было более интереснее, я попытаюсь ехать от первого лица. Для того, чтобы начать работу, нажмите клавишу Е. Соответственно, нажимаем клавишу Е. Загрузка работы таксист. Так, катайтесь по городу и ищите пассажиров. Поехали. Я не знаю, конечно, буду ли я соблюдать правила, но... Так, нам на автобан не нужно. Для того, чтобы начать работу и подвозить, соответственно, клиентов, нужно кататься в более людных местах, где есть какие-нибудь прохожие, потому что здесь мы работаем не через базу, а работаем конкретно по прохожим. То есть мы проходим, человек кричит такси, останавливает, мы его подбираем и, соответственно, едем. Поэтому, конечно, лучше работать на такой работе в белый день, потому что ночью людей, соответственно, меньше, а, соответственно, меньше возможных клиентов. Как видим, написано «Продолжайте поиск пассажиров», то есть пока к нам никто не хочет садиться, вообще никто, к сожалению. Мужик, может, тебе нужно такси? Тебе нужно такси, мужик? Он по телефону разговаривает, ему такси, наверное, не нужно. Ладно, продолжаем кататься. Оп! Блин, пассажир наш сорвался. Я невнимательный. Ладно, давайте сделаем какой-то такой кружок. Во! Подведите ближе к пассажиру и дайте ему сесть. Бабищи, поехали. Так, отвезите меня к New Empire Way. Соответственно, человек, точнее бот, нам говорит, куда ехать. Но мы на радаре видим отметку. И по GPS поехали. 3 километра, почти 4 километра. То есть, если каждый километр будет оплачиваться отдельно, плюс чаевые. Мы еще, правда, не решили, как будет оплачиваться за чаевые или за скорость. Или просто случайный рандом, типа от человека. Как вы видите, человек сидит у нас сзади. Что-то такая... О, господи, ну ты и страшная. Кошмар. Ну, я, в принципе, не удивлен, что сам комиссия какая-то страшная макака. Вообще черная. Ничего не имею против черных, но... Почему она вообще делает в белом районе? Ладно, отошли от темы. Вот, и поэтому за чаевые еще не было решено, но конкретно оплата таксиста будет по километражу. Чем больше проехал, тем больше получил. На данный момент присутствует около 50 или 60 точек возможных по всему Лос-Сантосу, перегороду, куда ввести клиента. Клиента вы можете брать, как вы заметили, абсолютно с любой точки. То есть скрипт срабатывает таким образом, что он ищет клиентов неподалеку от вас. Стоит заметить, что если вы выйдете из машины и убежите, то миссия будет провалена, ну, точнее, работа. Если ваш клиент погибнет, то вам при... Ой. Ну ладно, все покажу. Вам придет сообщение о том, что найдите другого клиента. И, соответственно, если будет взорвана машина или вы будете убиты, то опять же на этом работа ваша закончится.
После того, как вы привезли одного клиента, вы беспрерывно можете брать следующего и так кататься, кататься, кататься до того момента, пока вам не надоест или вы захотите, не знаю, пойти на другую работу. Другие работы будут также приобретаться с помощью того, что вы должны будете просто купить лицензию на эту работу и, соответственно, работать. То есть не будет никаких ограничений по уровням, как это присутствует на SAMP-серверах, КРМП-серверах. То есть там можно работать только со второго или третьего уровня. Тут совершенно таких ограничений не будет. То есть все зависит только от денег. Вы можете заработать на работе, вы можете убить, ограбить и купить себе лицензию и так далее. Тем временем мы подъехали. Спасибо, всего доброго. Все. И дверь она не закрыла. Ну, сволочь, что сказать. Все, вы успешно доставили клиента, идет сохранение, и в данный момент вы получаете деньги, которые вы сможете потом потратить на покупку бизнеса, покупку машины и всего остального. Свои деньги вы сможете проверить в инвентаре, который на данный момент тоже разрабатывается. Я надеюсь, в скором времени мы с вами рассмотрим систему инвентаря. Ну, а на этом, пожалуй, все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, вступайте в нашу группу ВКонтакте, оставайтесь с нами. Всего хорошего, пока!